Я полностью в кадре? Целиком. Даже мило попало. Даже мило. Не надо. Приблизь немного на меня. Приблизил? Молодец. Доброго времени суток. С вами Данила Рыжкин. И это самый честный видеоблог, который вы, возможно, когда-либо видели на Ютубе. Носки видно? Почему он самый честный? Вы, возможно, задаетесь этим вопросом. Да потому что тот, кто сидит перед вами, он пьян. Оператор, который снимает данный видеоролик, он тоже пьян. Люди, которые находятся по левую и по правую руку от автора, который вещает вам сейчас, тоже пьяны. И на фоне играет музыка, которую придумал человек, который любил бывать пьяным. И именно поэтому это самый честный блог, потому что никаких купюр, никаких дополнительных фильтров. И это даже не экспериментальный формат, это просто общение с вами. Общение с вами, общение с людьми, которые сидят по левую, по правую руку со мной, общение с оператором. У меня есть буквально несколько минут заряда на моей камере, чтобы успеть с вами пообщаться. И возможно, это видео закончится просто внезапно. Как наша жизнь, которая всегда заканчивается внезапно. Вы просто ехали на работу, возвращались домой, потом у вас что-то заболело, и вот вас больше нет. Задумывались вы когда-нибудь об этом? Возможно, задумывались. А возможно, уже не задумывались, потому что вы уже мертвы, даже не посмотрев это видео, когда оно вышло. Но это слишком... Это слишком. Обращение в загробную жизнь. Это не обращение в загробную жизнь. Ну ты говоришь, как Путин на Новый год.